Я бы так хоть какую-то атаку, блин, получал. Ууу, все в реборнах. Ну, эти реборны сейчас, по идее... Да, вот его тетенька, девочка заденаилась. Ну, не сказать, что у них там... Да, и эта девочка заденаилась. Приятно, но вот ко мне бы они пришли, я бы вообще не почувствовал эти атаки. Да. Так прям. Ура, у меня Bloodgame с атакой, ура! Просто увидели, у меня атака поехала на Bloodgame. Вау! Legendary! А, блин, а теперь надо что-то аккуратно сыграть. Вот сейчас можешь прислать обоих чувачков. Причем сначала прикли Пайпера. Сначала прикли Пайпера. Сначала прикли Пайпера. И теперь Фуди. Фуди на блюде у нас. Так, ну Бонго Боппер, мне кажется, это вообще Рэффл Петрович. Хотите ли вы гейм конфискейшн? На самом деле не очень. У меня вообще ни один Bloodgame не вжат. Ну вот один Bloodgame вжат вот в эту. А Баннербор? Баннербор очень хочется, но опять же не присылать, а именно купить. Very important. Но Тиме... Когда-нибудь я соберу ебучего мужчину, Лайер. Прям ебучейшего, блядь. Одного, что синего. Но у тебя, у тебя его давали. Ну, да. Он обиделся. Вот этого ой, какой же у тебя ролл, ебаный в рот просто. Ага, а у меня фул рука, к сожалению. Ага, мы сейчас вот этого выставим. Теперь мы можем сыграть вот так. И меня неожиданно освобождается рука. Ну, видимо, все. Видимо, вот так говорим прощай прям. Все-таки поки. Все-таки поки. Все-таки поки. Таки поки? Таки поки. Ну, хуже, это ребаблинг. Ну, поки, ладно, один ход пусть постоит. Так, пок, так, поки, так, поки, так, пок. Мужчина! Ну наконец-то, блин, скилл подъехал. Ну тут вообще ребята. Тут другая сборка. Это 220. И, конечно, ты бьешь самую лучшую шишку. Какой же ты сосиска? Я без света сейчас это сосем. Нет, мы это не сосем. Но осадочек остался, если честно. Your hard work and determination really paid off. Осадочек, ну просто выпил Ревендерок, мне кажется, прям очень сильно решил ситуацию. А вам нужна, нужен перкуссионист? Ну глобально да, ну блять, когда я что-нибудь соберу. У меня денег много, поэтому я тут еще и фуди свой покупается. Ага, мифа кактус есть. Нам реально надо, блин, что-то собрать хотя бы, это пипец. Мне бы вот Баннербора, например, было бы очень хорошо собрать. Прям радостно. Но Рустам роляет просто как боженька. Как биженька, блядь. Ну это ладно, мы все равно к трупам идем, но. Да, это вам не Рио де Жанейро. О, перкуссионист. А тебе хватит, блядь. А тебе не хватит, ха-ха. Ай! Может продать Молчезара одного. Ну подожди, я подожди. А, нет, стопы, я же могу в раз Вивера продать. Ну. Да, продавай. Я бы сначала перкуссионист, давай Филблада сыграем.
Тебе, кстати, не обязательно даже full стол выставлять, опять же, мы к трупам идем, так что не это. О, еще фелбат, отлично. Anything I can help you with. Рольнул по-мужски. Еще раз. Как же этот лев роляет по-мужски. А, подожди, кстати, сейчас у тебя еще ролл будет по-мужски. Таунт. Ну, наверное, на синего какого-нибудь мужчину. Пусть принимает в себя всех дедов. А еще жратель не нужен, да? Нет, пожалуй. Так, а раз у меня сейчас поки, мне нет смысла играть эти бладгемы оставшиеся. Ну сейчас одни пацаны должны вылететь. Ага. Копиум. Копиум. Ну чё, когда-нибудь мы что-нибудь соберем. Не найти, блин, Молчезара, это просто кек. Я синего найти и проебать, потому что, блять, иди нахуй, вот почему. А, у меня теперь вообще магазин всего по два. У меня теперь даже без рубека два. Пипец просто. Ну роляй, чё. A new minion might improve your chances. На, спасибо, спасибо, когда денег нет, ха-ха, спасибо большое. Если сейчас там монетку дадут, ты можешь мне монетку прислать. Ищите монетку, Рустам, обязательно. Ой, а это не триплет ли Баннербора? А это триплет Баннербора. Это даже лучше, чем монетка. Теперь я могу продать Бристлбека. Возможно, даже обоих. А, еще мы Худи сыграем. Блин, ну я вот сейчас за счет того, что ты меня собрал, я прям покрутился отлично. Хочешь гуля-кабру? Полезную. С таким количеством дезератла мух ебать. Ой, как ты, кстати, гениально зафризил спел себе. Мне нравится, нравится. А еще гуля кабру хочешь? Это ты травишь. А хочешь келдыш покажу? А еще гуля кабру хочешь? Рибаблинг бери. Никакого рибаблинга, сейчас я тебе без солдата пришлю. Поставь реально Брислбаха. А куда? Вместо кого? Не знаю. Вместо Чарли? Минус этого можно. У меня так-то бладгемы теперь, кстати, такие не самые помойные. 8-11 уже. Не, кстати, реально надо. Готов, у меня вроде норм. Я бы прибаблинг кинул. А, ну, да. Какой-нибудь шальной этот пережил. Да не, это же там, он стоит для этого, для скрытого таунта. Переставьтесь Эрдерлул, потому что у них сплэш. Очень много мехов и пиратов. Это Владе у нас сидит. Ну ладно, на самом деле из всего ты главный триплет нашел. Давай будем смотреть радостно. Ну и по-хорошему грязным и меня собрали в плане триплетов. В плане триплетов мы тебя собрали как мразоту просто. Хотя, нужен ли мне Фуди? Мне настолько, кажется, не особо он тебе. Учитывая, что у меня поки 2-2 дает. Why not hire one of these fine? Whatever they are. Ну я не верю, что в этот Lantern Light, если честно. Хотя, не, я верю в это. Очень верю в Lantern Light, очень верю в Lantern Light, очень верю, очень верю, очень верю в Lantern Light. Always be selling. First place. I always knew you could do it.
Интересно, у челов Реборн первым стоит. Ладно. Приятно, очень. Да конечно, как же вы идете? Ладно, сейчас я хорошо снял бабл. Конечно, бабл. Чё-то на страх, чё-то на страх. Андрей не обладает скиллом биться в Ривендера. Да зачем? Так, ну Тихондрия, так прям вам не очень. Ну ты убил шестерку, это хорошо. Ну да, не забудь успел купить себе только. Why not hire one of these kind? Whatever they are. И еще спел. Так. Так, я слышал, у вас очень много места. Так, так. Жрите синего. Господи, два Урзула. Какая грязь. Два Урзула это грязь, два Урзула это грязь. Ну конечно, я не знаю, как вам это присылать. Значит, видим мы никак. Как? О! Так, а если подумать, а как мы можем это сделать? Мы никак не можем это сделать, да? Хо-хо-хо-хо. Хи-хи, ха-ха, хо-хо, 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 хо-хо. Ну, видимо, минус Урзула тогда. А надо искать триплет Рустама. А, блядь. Люблю триплет Рустама. Тара-да-ра-там. Триплет. Тара-да-ра-пам. Все, разворачиваемся. Блин, у меня столько жепы на пацанах прям. У меня, кстати, прикли пайпер, возможно, скоро будет продаваться. Ой, опять я к андедам пришел. Блин, вот попал рядом. И, конечно, у них все удары скрыты там. Вообще. Но ты разрядил вообще чуть ли не лучше. Да, кстати. Не, вот прям... Ты их не убил, ты убил раньше. Ну, вот меня законтрили. Ага. Блин, ну просто мы сейчас проиграем за счет репортажа. Ты бьешься еще так? Как же ты бьешься? Блэд, надо что-то придумывать. Это пипец прям. А вот удары просто я не могу. О, я ебу прям. О, я ебу вообще. Но с другой стороны, я все равно быстро разгоняюсь очень. У меня сейчас жопа будет на колесиках, возможно, даже. Короче, Да. Опа, опа. Да ладно. Кирилл там это. Так, Рустам, я вам сейчас перкуссиониста пришлю, так что. Освобождайте место. О май гад. Ой, а может под. А, под браном ты никак, да, не сделаешь это. Ха-ха. Ой, как же ты роляешь по-мужски. Приятно играть с таким мужским мужчиной, который не может до сих пор собрать триплет. А, блядь. Ну, Рустам, вот вам еще попытка. Давайте, покажите скилл. Давай, сел, зажал. Импульс из Трикстера показал. А Рустам на скилле. Это
Да нашим стам он такой. Молодец. Жрете вы с пылом очень что? Что вы жрете? Вот такой вот бой Мексдор. Бой. Ну роляй, чё. Тебе надо бахать колесо. Артуны. Просто какая-то очень одаренная сборка от вас прям. Бахать колесо очень любим и жестко. Смотри, все вскрытый таун. Да. Ну я не все, но чтобы хотя бы... Потому что в прошлый раз два первых удара были именно в него. Типа, какого, извините, хрена. Так он даже. У него, Андрей, у него 322 хп, сори. Все, это товарищ Березин сейчас нам устроит. Дэнг-дэнг-дэнг-дэнг-дэнг! Тоже есть. Ну, просто, да. Так. Ага, они Лероя переставили, интересно прям. Опять какой же Лерой неудачный. Но ты законтрил опять. Ой, ты супер законтрил. Сейчас Ревендерин вообще в минус сыграл. Офигеть просто. Так, и меня ребитнули. Ой, вот то, что он с бабликом. А, ну вот мы сняли, как бабник просто. Ай, сейчас Штара призовет грязь, да, помню. Да как? Опять он ребабнулся напоследок. Ай, ну почему мы сосем-то, а? Каждый раз так близко, это пипец. Но с другой стороны, я лучше скейлюсь, чем они. Давайте вот на чистоту. Ну, армор я нашел не зря. И у нас сейчас, кстати, этот считал, что 70% у нас победа. Да говорю, нам чуть-чуть совсем не хватило, прям капельку. Мы были близки как никак, да. Не, ну что могу сказать? Копайте. Как же ты, блин, копаешь каждый ход, это пипец. Я копаю каждый раз говно. Каждый, сука, да. Раз. О, кстати, не хочешь Брамбл Вича себе взять? Некуда его отпихать. Или я могу себе Брамбл Вича взять. Мужчина, как же этот лев копает. А чё у них... А, ну, кстати, подожди, а кто идет первым? Иду первым я к... Квилборам. Квилборам. Вот, кстати, Брамбл Вич может, кстати, реально зарешать. Давайте, наверное. A new minion might improve your chances. Сейчас, подожди, только не жри сейчас. У меня тут плау небольшое произошло. Небольшое плау, это вот так вот. Чтоб ты просто мог бахнуть пельменив. Кстати, а тебе хватает, по идее. Да, тебе точно хватает. Нужна ли мне, ну типа, если тот второй филбат, разве что. Trash or treasure, it all comes with the price. Отлично, отлично, отлично. Тара или Джараксус? Джараксус, конечно. Не-не-не, какой Джараксус? У тебя пацаны там по 100 хп такие слабенькие. Ну вот у меня пацаны сейчас в 1000 хп уже выйдут. Типа я разгоняюсь куда быстрее, чем они. И сейчас будет законтрен. Давай, только не в этого ударься. Все, у меня еще и первая атака. Вот это, кстати, возможно, мы сейчас законтрим их. Боже, у меня еще ребаблик произошел. Ой, и мы одного чувака выпилили. И он же своего ребаб. И 3-3. Он призвал 2 по 3-3. Найс. И я сейчас хоть что-то выпилю. Вы же не жили на дососали? Вообще очень похоже, что на дососали. Очень похоже, что на дососали. Потому что я не вижу, так, что я вовремя. Вылезти. Ты прям очень вовремя, ты прям, кстати, невероятно. А. Господи, Рустам, мы всосали, сколько мы подряд сейчас всосали? Все. Мы всосали почти все. У них там 4 был. Ой, кстати, по-моему, мы эту ачивку получили. Боже, да неужели? Вот это, кстати, находка 3-3 чувака была просто решением. Ууу!
есть Брамбл.